Гомельская областная нотариальная палата заняла первое место у республиканском халиновом конкурсе. Спаборництво проводится у третий раз. У попередние годы перемогу святковали Минская и Брестская в области. На этот раз долгочеканная гоноровая перемога у нашего региона. Урочистая церемония узнагороджвания пройдет у Минску 8 красовика под час агульного сходу нотариуса у Беларуси. Вчера состоялось в городе Минске заседание правления Белорусской нотариальной палаты и подводились итоги трех конкурсов, которые у нас проводятся в республике на лучшего нотариуса, лучшую нотариальную контору и бюро и лучшую территориальную нотариальную палату. Вот по итогам решения правления, по голосованию, наша палата, Гомельская областная нотариальная палата, получила первое место. И мы очень рады этому моменту. Это все-таки итог пятилетней работы нотариата в новых условиях. И хорошо, что Гомельская область идет одной из первых. Покуль же идет подрыхтовка до подведения выников пятигодовой работы областной нотариальной палаты. На 4 сакавіка запланавана правядзенне пашыранага савета нотарыуса ў Гомельскай нотарыяльнай акругі. Зараз у рэгіёне працуе 127 нотарыусаў. Іх паслугамі штогод карыстаюцца каля паўмільёна чалавек.